настоящее сделать лучше и добрее. Самые лучшие качества мы должны воспитывать в себе всю свою жизнь. Сегодня мы с вами перечисляли черты характера и души, которые должны быть присущи не только защитникам Отечества. Это свод неписанных правил, которые вырабатывались веками, передавались от отца к сыну. Это кодекс чести, который существовал во все времена. Это своеобразный образ жизни. Это то, как ты себя ведешь в нестандартной ситуации, насколько ты способен вовремя принять решение, защитить слабого, прийти на помощь в нужный миг. Берегите свой дом, свою семью, берегите себя и всех, кто вам дорог. А нашу праздничную программу продолжает вокальный ансамбль «Саблинка». Встречаем наших девушек! Сколько слов призывается
на этом наша праздничная программа, наш праздничный концерт подошел к концу. Спасибо, что вы были сегодня вместе с нами. И еще раз примите искренние и добрые поздравления с праздником. Днем защитника Отечества! А мы приглашаем вас в воскресенье, 26 февраля, на народное масленичное гуляние, которое начнется в час дня, в 13:00. Но с 11 часов у нас в фойе будет работать ярмарка мастеров клуба «Саблинские умельцы» и мастер-класс по изготовлению масленичной куколки «Маслёны». Мастер-класс совершенно бесплатный, ярмарка для вас, вы можете приобрести на ней всевозможные народные сувениры, ну и, конечно же, хороводы.